Ох, ё-моё. Вот тут, во, пацаны, парни засвистели. О, боже. Ты посмотри. Там уже пошла волна. Это восторг. Шахматная королева. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Арактия, и я приехала к вам из города Екатеринбург. Ты тоже из Екатеринбурга? Я черно-белый. Для меня большая радость сегодня петь для вас. Исполнив следующую песню, я хочу поделиться с вами частичкой своей души и переживаниями. Как будто греческое имя. Какой интересный костюм, какое интересное платье. Так, ну что, Уитни? Давай, девочка. Ага, ну, вообще-то, остатки Уитни, Марайя, кто? Какая-то, наверное, вокалистка должна быть точно. Шахматная королева должна набрать 100 баллов. Главное, чтобы не волновалась. Давай. Может, романс какой-нибудь? Ты прав. Я уйду от тебя. Я скажу напоследок, прости. Я уйду, но покоя тебе никогда не найти. Я уйду без упреков и слез, молчаливо, одна. Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна. Ты меня позовешь, ни единого звука в ответ. И все уснули. Вот как такую песню можно выбрать на конкурс? Не глянуть во свет. Спокойной ночи, малыши. И глаза ты закроешь, и станешь молить в тишине, чтобы я возвратилась, вернулась хотя бы во сне. И не видя дороги, ты кинешься в горестный путь. Вслед за мной без надежды меня отыскать и вернуть. Да прекрасно, что тебе опять не хватает. Весна прилетит, и разбудит вещи мир. Зацветут маргаритки, раскроется белый жасмин. Ароматом хмельным и густым переполнят сны. Только горечь разлуки отравит напиток весны. Остановишься ты на пороге апрельского дня. Ни покоя, ни боли, ни радости нет без меня. Я исчезла. Растаяла ночью, как след на песке, а тебе завещала: всегда оставайся в тоске. В одиночестве биться, дрожа, как ночная трава. Проблема была только в репертуаре. Ну, вернее, в выборе песни. Боже мой, какая вы красивая! Алсу, вы не родственники? Нет. Ну, просто похоже безумно. Да, красивая девочка. Две сестры просто, не передать словами. Давайте посмотрим, сколько баллов набирает Араксия. Ну, нет. Вот, Анжелика прямо сейчас сказала, ну нет, ну это действительно, это было феноменально. После такого монолога песни Ирины Отевой в конце нота, за которую можно отдать все,
пропев такое произведение, ну просто меня выносит сейчас из-за этого. Никого просто не слушайте. Это было потрясающе. Потрясающе. Большое спасибо. Аракси, дорогая, пока первый ряд ругается, я хочу признаться вам в любви. Во-первых, это величайшая баллада «Заклятие» величайшего Мартынова, если кто не в курсе. Да, Мартынов. И пел Отьева. Пела Ирина Отьева. Это было феноменальное исполнение. И что для меня еще более трогательно, сегодня у меня самый яркий грим, и я плачу. Вообще, это мой диплом. Кстати, я тоже пела эту песню на экзамене. Вообще спеть эту композицию, пережить ее и дойти до кода этой композиции, это что-то невероятное, это из области фантастики. Это было исполнено потрясающе. Спасибо, Анжелика. Спасибо большое. А я иду дальше, и она чувствует, как приближается мое тело. Она чувствует, как мой микрофон набирает и вес, потому что у всех много вопросов. Что случилось? Где баллы? Знаете, что мне не хватило? Вы все время меняли позицию, вы пели то так, то так, да? И мне вот не хватило жирности этого звука. Мне не хватило, когда вы пошли на форте, да, вот этого отчаяния. Вы все время как бы чуть-чуть старались придержать, держать себя до конечной вот этой ноты. Я понимаю, что произведение действительно наисложнейшее. И мне очень хотелось вас поддержать. Я все думала, ну сейчас. Вот сейчас так пробьет, что прям невозможно будет не стать. Так в финале что, не пробило? Нет, не пробило, к сожалению. А меня пробило. Я не вижу здесь 82 балла. Здесь можно объяснить. Во-первых, абсолютно несоответствие материала и вокала. Ну, то есть половина песни, мы вот только, ну, зачем вы нам усложняете вот так задачу, что мы должны вас расслышать в таком... Ну, это совершенно не про конкурс. То есть как это оценивать? Ну, то есть крайне тяжело. Это усложнение задачи себе. Мне, честно, мне было мало вашего тембра. Единственное, чем вы меня подняли, да, это финальная нота. Ну, я думаю, ну, да, ладно, чушь, я совсем уж придираюсь. Я поддержал вокалистку, которая имеет шанс бороться дальше. Но это не лучшее ваше выступление и не то, на что вы способны. Вы способны гораздо на большее. Поэтому для меня 82 — это, ну, окей, вполне адекватная оценка именно конкретно этому выступлению, не вас. Спасибо. А вы можете и на 99, и на 100. Ну что ж, Алсу. Много споров, но то, что вы превосходная вокалистка, в этом абсолютно нет никаких сомнений. Спасибо. Это вам спасибо большое. Прекрасно все. Вот я уверен, Торники сейчас подтвердит это. У него мышцы стали дрыгаться, я стою рядом с ним. Знаете, конкурс — это как корпоратив. На корпоративе не обязательно всегда петь то, что ты любишь. Иногда нужно подыграть гостям, чтобы дальше была работа. Тут то же самое. Но я вам поверил. Как будто вы это пели своему бывшему молодому человеку, что ты меня не вернешь. Что значит бывший? Ну, а как ты меня не вернешь, песня это там? Это намек? А бывшему вот молодому человеку. Но она... Я просто скажу честно. Я с удовольствием вас поддержал. Вы невероятно красивы. У вас красивая группа поддержки. Вы все красивые. Но, к сожалению, у нас не конкурс красоты, а конкурс, в общем, ну-ка, все вместе. Огромное вам спасибо, удачи. Я надеюсь, что доброе сердце нашего головы сыграет, и, возможно, мы вас еще услышим и увидим. Аракси, на самом деле, ваш голос внутри — это целый ящик Пандоры. Вам просто надо разобраться, каким голосом вы хотите петь. Это так же, как я долго думал, каким же мне голосом петь, что мне делать. Но я потом понял, что я должен подстраиваться не только под себя, но и под людей. И понял свой репертуар. На самом деле, я, представляете, я посчитал, я спел за 23 года, ребята, 485 песен. Не то, что спел, записал. Я обалдел. Как даже жить? Странно, я знаю только одну. Да. Ну, скажи хорошую шутку. У меня офигенная песня «Забывай». Скажи, хорошо сейчас было. Нашелся. Вам вообще не надо никого перепевать. Вам надо найти свой репертуар, в котором вы, как художница, скажете своим голосом все. Вот и все. К сожалению, Аракси Агаджанян набирает 82 голоса и не проходит в полуфинал.